Вы на зеркале становитесь, да, на зеркале, и начинаете отрабатывать, как мы на тренировке в классике. Левый прямой, плечико перекрывает, правый прямой, сбоку, сбоку сюда, снизу, снизу. Абсолютно ту же работу через уклон. Уклонились сначала, пробили. Уклонились, пробили, обязательно перекрываемся. Нырок от бокового сюда, пробили. Нырок от бокового, пробили. Уклон снизу, пробили. Уклон снизу, пробили. И сайдстеп, да, та же работа. Прямое, смещение, смещение, смещение сюда, сюда смещение, снизу и снизу. Проделали эту работу, не забывайте пошагать. Двоечка на входе. Двоечка на выходе. Левый, правый. Вспоминаем. Левый, левый, правый. Голова, корпус вспоминаем. Не забываем шагать. Левый, правый. Уклон. Раз, два, три. Раз, два, три. Назад. Вспоминаем. Это очень важно, все вот эти шаги. Это мы закрепляем с вами школу бокса. Проделаем связки. Один раунд, две минуты. Две минуты. Делаем минуту перерыв, никуда не спешим. Первая связочка. Ручки подняли, собрана стандартная работа с передней ноги. Фронт, двоечка, нога. Любая абсолютно. Следующий вариант. Второй раунд. Передней ноги уже сайд. Сюда, боковой удар. Три удара. Любых. Прямой. Снизу. Боковой. И абсолютно любая нога. К примеру, там бэк-кик сюда. Второй вариант. С передней ноги два удара, два сайд-кика. Корпус, голова. Раз, два. То же самое. Раз, два. И любая связочка из четырех ударов. Сами. Абсолютно любая нога добавляется. С передней ноги опять через экс-кик зайдем. Передней ногой. Экс-кик. Любая связка из двух. Оттяжка. Серия. Любая нога. Вот эти раунды. На сегодня делайте по 2 минуты, лучше с утяжелителем. И в конце делайте физо.